Здравствуйте, перед вами представлен автомат закаточной модели МЗ-400Е2. Рассчитан на укупорку флаконов от 450 до пенициллинок. Сейчас, чтобы не занимать много времени, я вам продемонстрирую самый максимальный размер и самый минимальный. Ну, давайте, пожалуй, начнем. Закаточек ровненько, очень туго, не прокрутишь. Теперь процесс переналадки на маленький тип размер. С вами необходимо заменить направляющую втулочку. Правильное место необходимо нам, немножко пенициллинку. И вкручиваем с вами подстаканники. Снимать
внимательно следите, чтобы подстаканники были плотно притянуты к диску. Все это влияет на уровень закатки. Все ровненько, очень туго закатано. Как вы убедились, время при наладке не занимает очень много времени. Без проблем любой человек с этим справится. Также у машины есть частотный преобразователь, который находится на боковой стене, с помощью которого вы можете регулировать скорость вращения и работы данной машины. Также мы можем ее уменьшить. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.